В выставочном зале Союза художников на Пушкинской, 7, открылась персональная выставка Ильи Гацадзе. Воронеж для него особенный город. Художник здесь родился, и по материнской линии у него здесь живут все родственники. Уехав в 7-летнем возрасте в Грузию, Илья занимался в детской художественной студии, потом в училище и окончил факультет графики Тбилисской академии художеств. Главная черта, свойственная этому творчеству, тому, что оно неравнодушно. Автор выдохнул, из него излилось то, что волновало его. Он пережил военное время в Грузии, когда там был холод, голод. Содержание относится, конечно, не к Грузии, а ко всей трагедии, переживаемой всем нашим народом. Эти картины не перепевают в сотый раз привычные нам пейзажи или другие темы. Они вырвались из души. Всего Илья Гацадзе написал около 100 картин. Над каждой он работает долго и тщательно. Его произведения, как правило, многофигурные композиции, притчи, философские размышления о природе человека и сущности бытия. Впечатление положительное, несмотря на темные краски в картине. Он очень правильно, я считаю, и четко передает сущность нашего мира. На данный момент, что вот у нас происходит в обществе. Илья Гацадзе впервые представил в Воронеже 73 картины. Вот разные чувства, разные эмоции, в зависимости от настроения и от темы. Есть более веселые, есть грустные. Ну, как обычно в жизни бывает. Ну, так, выхлестывает с художника себя, свое состояние на холст. Полотна Гацадзе – яркий пример живописной грузинской школы, и воронежцы могут с ними познакомиться в выставочном зале Союза художников на Пушкинской, 7, до 22 мая.